Зима близко. Сургут и Нефтеюганск в понедельник вечером засыпало градом. Он накрыл города Югры вместе с сильным дождем и шквалистым ветром. Больше всего не повезло тем, кто ехал по загородным дорогам. В соцсетях сообщали о том, что природная стихия повредила несколько машин. Автолюбители спасались как могли. Дачники укрывали транспорт коврами. На городских улицах водители были рады любым навесам. Кто-то умудрился даже припарковать машину прямо на ступеньках надземного пешеходного перехода на Тюменском тракте. Это град конкретно. Сургут накануне оказался в эпицентре холодного атмосферного фронта, который вместе с северо-западным циклоном пришел на смену теплым воздушным массам. Сургутяне уже окрестили природное явление дыханием предстоящей зимы и, похоже, не ошиблись. В течение ближайших 3 дней синоптики прогнозируют постепенное похолодание. Местами на территории Югры ожидаются заморозки. В некоторых районах ночью столбик термометра опустится до -2. Правда, днем пока еще будет тепло – от +6 до 11. Градусов. В зоне этого фронта наблюдались интенсивные погодные явления, такие как сильные дожди, грозы. В 2 городах Югры, Нефтеюганске и Сургуте, вчера во второй половине дня зарегистрирован град. Довольно редкое для сентября явление, но его выпадение связано было именно с активностью данного холодного фронта.